Всем доброго вечера. Сейчас жаркие дни настали, поэтому сейчас много мяса кушать не стоит. Поэтому постоянно надо айран пить. Вот, блюда должны быть овощные. Ну, естественно, немного рыбное, желательно и корочки. Вот. Ну, это если будет мало, например, вот так вот банка всегда должна быть у вас под рукой, литровая, вот, килограммовая, чтобы и сделать себе добавочку. Вот так вот приходится выживать. Вот, конечно, трудно очень, но айран мне помощь, вот, как говорится. Всем хорошего вечера. Хорошего настроения. Ешьте больше овощное. Вот смотри, я тушу вот так вот баклажаны со сладким перцем, помидорами. Вот. Получается очень даже вкусно. Не тяжелое для желудка это. И корочка, она, естественно, уже больше кальция, вот, для организма. И D3. Вот. Это D3 самое главное. Омега-3. Вот, омега-3 у вас, дорогие мои, в организме должно присутствовать всегда. Вот, поэтому берегите свое здоровье и всех вам благ.